Совет молодежи по НТЗ собрал 200 заводчан и их семьи, чтобы вместе отметить День защиты детей. Главным атрибутом праздника стала детская улыбка. Именно она задала тему нового фотоконкурса. Номинация под названием «Смайл». И победил в этой номинации, победила Попова Елена. Победе в этом фотоконкурсе особенно рад 5-летний Дима Попов. То, что его мама отправила на конкурс снимки, где мальчику 10 месяцев, он и не догадывался. Это для него сюрприз был. Мама сама все отправила. И вот когда его награждали, он первый раз услышал о том, что он участвовал в такой акции. Такая заразительная улыбка у него. Эта фотография больше нам понравилась. Ты себя на этой фотографии вообще узнал? Узнал. Фотоконкурс «Улыбка детства» Совет молодежи по НТЗ устраивает ежегодно ко Дню защиты детей. Суть акции – сделать праздник для самых маленьких, для подрастающей смены новотрубников, поздравить семьи и еще больше их сплотить. Фотографии своих детей на конкурс прислали почти 180 белых металлургов. Номинаций было более 20. С улыбкой по жизни, заразительный смех, смайл, удивительный ребенок и другие. Жюри восхитило креативность участников. Одна очень такая запоминающая номинация у нас была, ну она одна была фотография, когда работник нам на конкурс дал фотографию свою 65-го года, который работник, она была в 65-м году, была ребенком. Да, и это тоже, кстати, необычно, у нас этого конкурса как бы не было. Воздушные шары, детский смех и улыбки взрослых. Такие конкурсы объединяют не только семьи, но и коллег. В акциях от предприятия новотрубники принимают участие целыми цехами. У нас много молодежи в цехе и распространяется хорошо по веб-сайту информация. И решили дружно все поучаствовать. У нас много народу с нашего цеха именно участвует. После награждения – развлекательно-спортивная часть с ростовыми куклами, хороводы, соревнования и активные игры. Мне понравился больше всего этот праздник. В нем так весело и весело. Там спортивные дни есть. Я играл и бегал с мишками. Там мишки были красивые, ну и крутые. Подобные фотоконкурсы белые металлурги проводят по нескольку раз в год. Выбирают самых романтичных молодоженов, определяют приверженцев здорового образа жизни и отмечают профессионалов своего дела. Татьяна Уварова, Дамир Харисов, Служба народных новостей.